Сегодня 75 лет заслуженному работнику образования Чувашии, члену Совета старейшин Республики Валерию Васильевичу Сапожникову. Поздравления юбиляр принимал в стенах Чебоксарского педагогического колледжа, который возглавлял в течение 10 лет. Валерий Сапожников родился в селе Новое Тинчурино Яльчикского района, окончил Уссурийский педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Куда только не забрасывала судьба Валерия Васильевича. Поистине, это человек-эпоха, говорят о нем коллеги и друзья. В Приморском крае он проработал сначала учителем, а затем и директором школы. По возвращении на малую родину Валерий Сапожников работал в комсомоле, в партийных органах, а затем заместителем министра образования и молодежной политики Чувашии. И почти 10 лет руководил Чебоксарским педагогическим колледжем. Здесь до сих пор царит атмосфера, созданная Валерием Сапожниковым, рассказывают его коллеги-педагоги. Все вот брали с него пример и всегда, и сегодня, хотя я уже по возрасту я не молодой, я стараюсь всегда взять вооружение его слова и работать честно и на благо нашего чувашского народа. Мы сегодня продолжаем идею Валерия Васильевича и дальше работаем. Много добрых слов в адрес Валерия Васильевича поступило от руководства министерств и ведомств. Поздравительную телеграмму прислал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Отрадно, что вы продолжаете занимать активную гражданскую позицию. Передаете свой опыт и знания молодежи. Участвуете в обсуждении актуальных вопросов общественного развития. От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и вашим близким. За многолетний добросовестный труд и большую общественную работу Валерий Сапожников награжден медалью Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой, орденом «Знак почета» и почетными грамотами. Валерию Васильевичу 75, а верится с трудом. Но как ему удержаться, глядя на молодежь, и не спеть, когда у инструмента давний друг и коллега, с которым когда-то выходили на сцену? И пал город глубоко, залег степень. Выходи, выходи скорей, кто молод, подружечную лепи. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.